Наш маленький дружище вышел, не дождался сегодня, когда я уйду, выключу свет. И собиралась посуду помыть, оставшуюся. Оказывается, тут он ползает. Видимо, водички решил попить, потому что тут вот я посуду начала мыть, тут вот вода разбрызганная. Видимо, тут водичку всю пьет. Обычно здесь на ночь мы все сухо оставляем, все протираем. Вот ему не втерпёшь было. Выбрался. Он аж вот отсюда вот выползает же, прям. Вот из этой щели выползает. Муравьев, наверное, пошел искать. Такой беззащитный, вот так вот ночью. Если выйдешь на кухню, он еще по полу ходит ночью. Когда все здесь выключаешь. И так один раз чуть в него и не уступили. На полу ползал. Можно на него наступить. Слизнячок такой вот.